течение всего дня ход голосования на выборах президента Российской Федерации контролировал глава Щелковского района Алексей Валов. Сейчас мы находимся в городском поселении Монино. В Доме офицеров находятся сразу 3 избирательных участка. Вы в качестве главы первый раз проводите выборы в обверенном вам поселении. Как оцените сегодня ход голосования, настроение избирателей? Настроение избирателей очень хорошее. Я думал, что будет хуже. Но та работа, которую мы проводили, все-таки надеюсь, что у нас люди услышали и помогут нам в этом. Потому что нам сейчас важна явка людей, чтобы каждый голос был услышан. И, соответственно, после этого тогда уже будут соответственные органы принимать какое-то понимание, что Монино есть, Монино живет, и мы дальше цветем и радуемся. Что вы скажете тем, кто еще не пришел голосовать? Я думаю, что таких не должно быть много. Если безразлична судьба Монино и нашей страны, то, конечно же, могут оставаться у себя в квартирах и заниматься своими делами. Но основная часть людей должна все-таки прийти, отдать свой голос, выразить свою гражданскую позицию. Дом офицеров, вы видите, в каком состоянии мы подготовили первоначальный прием посетителей на отремонтированные здания. И у людей действительно настроение, у некоторых даже восхищение от того, что здесь какие работы объемные происходят. И на этом позитиве, конечно, идут и позитивные голосования. И активность жителей на сегодняшний день. Вот мы видим утренние часы. Я думаю, она сейчас еще возрастет. И надеюсь, что жители Монино активно проголосуют в этот день. Кто у вас здесь больше голосует? Молодежь, пожилые, военные, отставные, не отставные? У нас традиционно Монино, традиционно голосуют ветераны активно, потому что у них активная жизненная позиция. Но в этом году, надеемся, потому что молодежь мы привлекли, и у нас хорошо работает сейчас молодежное волонтерское движение в Монино.